Друзья, вот смотрите, 9 июня 2024 года, вот проезд через арку Лазурный берег, вот какая необходимость сейчас днем ехать вот этой дури сюда, блин. Вот мне честно, вот просто интересно, блин. Вот какая необходимость была днем ехать сюда, блин. Куда ты едешь-то, блядь? Вот куда вот едет, блин? Вот куда вот едет днем, блин? Представляете, едет, все машины собрал. Вот куда днем ехать? Ночью надо здесь ездить, блин. Ну, машины все подъезжают. Еще какая необходимость сейчас сюда лезть? Это трындец, друзья, блин. Победить это ничего невозможно, блин. И здесь сейчас еще не выехать. Вот, друзья, сегодня у нас 9 июня 2024 года на Пролетарской улице между Пролетарской 21А и Пролетарской 19. Сейчас это я все покажу. И Пролетарской вот 19. Водоканал нарыл яму кучи, которые высыпал на дорожную, на дорогу, на асфальтовое покрытие, сузив проезжую часть, не огородив никакими ленточками, никакими опознавательными знаками. Вот такая здесь глубокая яма. Вот на полдороги. Это уже безобразие продолжается уже около месяца. Поставили вот такую веточку, что якобы обозначающая, что туда ехать нельзя. Ну, как видите, вся веточка уже засохла, увяла. Вот, посмотри, прямо по краю дороги машины едут. Не проехать ни хрена, блин. Вот она, яма. Ну, и буду через госуслуги писать водоканал, когда ответят, когда это все сделают. Ну, невозможно же, потому что отдыхающие все здесь уже приезжают. По улицам ходят с детьми, это туда мало кого свалиться, машине залететь в темноте. Ну, да и вообще, какое они право имели полдороги огородить? Какие-то документы есть разрешающие?